Доброго дня усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі я запрошую вас, шановні глядачі, трохи відпочити, розслабитися і поспілкуватися про творчість, про прекрасне відчуття, про прекрасне бачення творчості нашими земляками. Сьогодні до нашої студії завітала неймовірно талановита жінка, красива, творча, прекрасна. У нас у гостях майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Лариса Кришталь. Лариса, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами у нас, у нашій студії, у нас у гостях. Доброго дня. Доброго дня. На самом деле, каждый раз, Лариса, когда гости к нам приходят, они представляют, знаете, свой мир. Вот ту жизнь, ту страницу своей жизни, которая самая яркая в плане творчества. И очень интересно, как это все зарождается, с чего это начинается. Вот расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы родом, есть ли творческие традиции в вашей семье? Я сама из Николаева, родилась в Николаеве, всю жизнь прожила в Николаеве. Никого из творческих людей в моей семье нет. Я первая, пока единственная. Это, знаете, как первопроходец в творчестве, да? Да. А как вот вы видите на сегодня состояние творческое? Вот что это состояние, которое рождается внутри? Это каждый раз, знаете, как бы новое откровение, потому что у каждого это происходит по-своему. Да, да. Творчество должно идти из души человека. Просто без души нет творчества, нет этой красоты. Невозможно передать ту красоту, которая нас окружает, чтобы другие люди это увидели. Это правда, потому что каждый из нас смотрит на то же дерево, на тот же цветочек по-своему, однако каждый его видит под гранью своего восприятия, своего сознания, своего творческого мировоззрения в том числе. И зараз, шановні друзі, я хочу запросити вас у неймовірно дивовижну, маленьку, але дивовижну подорож світом творчості Лариси Кришталь. Давайте подивимося наступну відеозамальовку. Майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Лариса Кришталь у нас у гостях. І саме сьогодні, шановні друзі, ми дізнаємося про світ творчості людей, які живуть поряд з нами, які такі, як ми, які у цьому буденному житті знаходять хвильку для того, щоб прикрасити сторінку своєї творчості саме у яскраві кольори. Ларисо, скажіть, будь ласка, хто ви за освітою? По професії я математик-програміст. Это очень классно, знаете, потому что математики, они, как правило, народ, знаете, такой точной науки, да. И творчество для них – это миры непознанные,
и неинтересное в какой-то степени. Как получилось в вашей жизни, что вы нашли такое, знаете, разноцветие жизни и смогли это передать, собственно говоря? Посмотрите, у нас студия сегодня просто пестрит колерами, пестрит формой, барвами, усілякими. І неможливо зупинити, знаєте, ми для того, щоб не подивитися, приглянути ближче до цих робіт. Як вийшло так? Так вийшло, що я дуже сильно боліла. Серйозне заболівання було. І доктор посоветовал мені зайнятися творчеством. Тобто арт-терапія в якійсь степені, так? Да? Да. И в вашем случае это сработало? Сработало. Я сначала попробовала вышивать лентами, да, то есть надо было руки разработать. Начала вышивать лентами, начали картины получаться. Смотрю, лучше уже, да, нож могу держать. Попробовала свечи резать. Вот что получилось. Ларис, вы знаете, спасибо вам большое за вот такой вот бесценный опыт, потому что иногда человек, сталкиваясь с какими-то сложностями в своей жизни, пасует и, собственно говоря, сдается. В вашем случае это просто, знаете, вот такая вот козырная карта, которая сегодня, возможно, кому-то поможет, что не надо останавливаться, надо идти дальше. Вот вы говорите, что вы начали с вышивки лентами. Вот работа – это вышивка, да? Да. Как получилось так, что вы ее не просто вышили, эту картину, а вы ее, знаете, искусно вышили? Откуда вот эта наука постигалась? Чего? Кто стал для вас учителем, первопроходцем в какой-то степени в этой науке? Ну, смотрела, книги читала, смотрела в интернете, искала. Мне очень понравилась вышивка лентами. И я начала пробовать. Сначала простенькая, маленькая. И все думала, как розы вышиваются, пионы. Не могла постичь это. И вот как-то в ночь на крещение 19 января мне снится картина вот эта, именно вышивка лентами, как вышивать розы, пионы, просто вышивка, обыкновенная вышивка. Хотя я никогда не вышивала и не любила это занятие. И я утром проснулась, и я знала, как я буду это все делать. Я знала, как буду вышивать, как делаются розы, как делаются пионы. Я сама удивилась этому знанию. Лариса, вы знаете, вот кто-то не поверит, правда, что вот таким образом человек постигает какие-то науки, какие-то откровения, вполне возможно. Но это на самом деле есть чудо. Есть чудо рядом с нами. Да. И, собственно говоря, эта работа ваша, вот эти розы, как она называется, как вы ее назвали? Крещенская. Крещенские розы, назвала, да? Крещенская картина. Прекрасная картина на самом деле и прекрасная работа. Вот в момент работы, как вы чувствуете вот это ощущение вдохновения? Вот, например, именно вот этой работы, когда вы работали над этими розами, потому что вам, на вас снесло озарение, правда? Да. Вот это ощущение творческого процесса, как вот внутреннее? Вы знаете, у меня такой был небывалый подъем, что я прямо на крещение хотела заняться. Но я знаю, что нельзя с иголкой работать. Ну, передалось от старых людей эти заповеди. И я пошла в церковь, и батюшке рассказала сон, да, и спросила, когда я могу начать работу. И он мне разрешил в 6 часов вечера начинать... С первой звездой, да? Да, с первой звездой вышивать. И я на таком подъеме, я не могла, да, спала мало, у меня такое вдохновение было, энергия, да, сама удивляюсь, откуда это все взялось. Я за 5 дней полностью сделала эту картину. У меня такого еще никогда не было. Ларис, вы знаете, мудрость народная говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да. Вот, знаете, чудо – это такое понятие в какой-то степени субъективное. Кто-то может его оценить как чудо, кто-то говорит, что это стечение обстоятельств. Тем не менее, как вы понимаете, вот чудо в вашей жизни, у вас много работ посвящено теме веры, внутреннего вот этого состояния, вдохновения. Как вы можете сформировать вот сейчас нынешнее ваше понятие чудеса, веры, чего-то высшего, этой силы, которая рядом с нами?
Вообще, я во время болезни полностью перестроилась в духовном плане. Очень позитивно начала мыслить во всех отношениях. Очень хорошо к людям отношусь. То есть у меня вера, ну, не обязательно идти в церковь, оно должно быть в душе. Оно должно созреть, созреть, да, оно созреть должно. И высшие силы мне всегда помогают. Я и лучше чувствовать себя стала, и здоровее. И когда занимаюсь творчеством, у меня откуда-то силы придаются заниматься. У меня сюжеты придумываю, картин, росписи, сама придумываю. Я даже не знаю, откуда оно все берется. Лариса, вы знаете, я вам хочу сказать, что вы сама чудо. Потому что для нашего эфира вот сегодня происходит чудо. Потому что сегодня, дорогие друзья, вот здесь, вот в это время, вы слышите откровение человека, который прошел через большие трудности в своей жизни, не сдался, и сегодня открывает в какой-то степени для себя и для нас с вами мир красоты. И этот мир красоты не уровня аматорского, знаете, вот чуть-чуть, а уровня довольно-таки профессионального, потому что разные виды творчества сегодня представлены в нашей студии, и каждый из них очень отточен, я бы сказала, очень искусно отточен. Лариса, вот по центру нашей вот композиции прекрасная работа. Прежде всего бросается взгляд «Снегири». Как называется эта работа и что это за техника? Эта работа я назвала «День святого Николая». Хотя первое название первоначально была «Задумка Снегири». Но я немного о технике расскажу, потом пожалуйста, о названии. Пожалуйста, здесь комбинированная техника, мокрое и сухое валяние. То есть сначала делается основа, и потом уже объемные элементы. Потому что я люблю объемные, я везде стараюсь объемы придавать. Ларис, а в чем, собственно, суть мокрого и сухого валяния? Как правило, вот в традициях наших украинских валяние есть, но да, большей частью мы знаем форму сухую, вот, да, сухого валяния. Объясните нам вот в данной ситуации, где сухое валяние, а где все-таки вот уже мокрое? Мокрое валяние – это основа, да, основа картины. То есть выкладывается картина, выкладываются элементы, все это раскладывается и мочится раствором мыльным, и начинается валяние ручками, скалкой. То есть процесс где-то часов 8. Ой, класс. Да, вот это все валяется. А что это за материал? Это шерсть натуральная? Натуральная шерсть, да, крашеная шерсть. Угу. А где приобретается? Это специальные магазины, наверное, какие-то есть? Да, в магазинах есть эта шерсть, в магазинах для творчества. Очень интересно. Вы знаете, вот вы говорите, после вышивки пошло валяние, да? Да. Это, казалось бы, вот тот же рисунок, но уже по-другому, да? Да. Как вы чувствуете вот это вот именно философию техники валяния? Потому что она, знаете, она уже гибкая, она уже мягкая, да? Да, это больше похоже на живопись, да, на акварельную живопись. Я еще не созрела до живописи, поэтому решила проявить себя в валянии. И мне подсказку такую дала Валентина Владимировна из Прибужья. Руководитель творческого объединения Прибужья, да? Да, говорит, попробуйте валяние, гобелены. Я попробовала, получилось. Ларис, такой легкостью вы говорите, я попробовала и получилось. Вы представляете, вот для человека, который, вот знаете, не посвящен в эти азы искусства, некоторые годами оттачивают мастерство, а у вас попробовала и получилось. Это значит, что внутренне не просто вы созрели для творчества, а где-то, наверное, вы настолько его чувствуете, что оно просто из рук ваших вот так вот выходит. Какие прекрасные маки, прекрасные снимки. Но эта картина не снегирям посвящена. Да. Я когда сделала первый этап мокрое валяние, высохла картина, и тут я увидела, что проявился лик.
Да, то есть добавить осталось только глаза и нимб сиреневый я добавила. Все остальное было, я сама не ожидала, я поняла, это как бы знак свыше, что надо этим продолжать заниматься. Обязательно надо, это то, что исцеляет вас, вашу душу, ваше тело, это то, что дарит радость окружающим, и уже научные деятели говорят о том, что человек в момент своего энергетического подъема, в момент творческого подъема создает вещи, которые, знаете, они работают как амулеты, которые заряжены светом, добром, теплом, позитивом. Вот именно сейчас в какой-то степени вот такой вот момент мы и прослеживаем, просматриваем. Это, знаете, как формула успеха определенного человека, но вполне возможно, что это станет образцом для многих из нас, потому что живем в сложное время. Мы все как-то, знаете, обращены больше на проблемы бытовые. А вот творчество – это то, что спасало всегда человека во все времена, все народы. И наши именно прадеды, наши прабабушки именно этим и спасали себя, свои души в какие-то самые сложные моменты своей жизни. Спасибо большое вам, Лариса. Но я бы хотела еще обратить внимание и на прекрасные резные, просто воздушные свечи. Это то, вот для меня это очень сложно, это все для меня сложно, а свечи это вот непосредственно, как получилось так, что именно вот свечи появились? В интернете увидела вот такую красоту и подумала, и я так смогу, да? Попробую, да, изучала в интернете, поизучала, да, посмотрела, к сожалению, мало мастер-классов, мало, посмотрела. Попробовала, и практически с первого раза у меня это все получилось, как будто я эти свечи резала всю жизнь. Лариса, расскажите нам технологию производства этой свечи, ведь здесь же не просто вырезать, здесь еще вылить ее правильно надо, да? Да. Выливается заготовка по высоте свечи. Можно скажите, маленькую. Это воск или это парафин? Это парафин. Да. Выливается парафиновая заготовка, идет шестигранная в основном для свечей, чтобы удобнее было резать. Ну, хотя можно резать и круглую, и квадратную, любую. Потом окунается эта заготовка в растопленный цветной парафин. И какие надо цвета, в такие и окунается. Постепенно. Где-то 40 раз. Слой за слоем, да? Вот они как бы слой, да, за слоем, да, и формируют. Слой за слоем оно окунается, и получается, то есть основной цвет, она одного цвета в итоге получается. И когда режется ножом вот эти грани, получается вот эти цвета, в которые окунается, оно все себя проявляет. Ларис, как долго вот надо работать над одной свечой? Ведь вы говорите, что это слой за слоем, это значит, каждый слой должен высохнуть, правда? Нет, или нет? Нет? Ни в коем случае не должен высохнуть, то есть слой за слоем окунается, и в течение 15 минут надо успеть все это вырезать, потому что все остывает. Интересно очень. Вот момент создания свечи этой, вот как формируется образ, образ будущего, будущей работы, будущей, знаете, как бы, это же из области искусства. Как формируется? Да. Вы уже изначально знаете, что вы делаете, или вот когда в момент резки оно как бы проявляется, подсказывает работа сама? Вот эти свечи, изначально я знала, что я буду делать. Как бы на бумаге все это нарисовала, шаг за шагом, потому что очень быстро, за 15 минут тяжело. Иногда бусины даже не успевают вставиться в воск, оно застывает. А вот эти, вот та свечечка, да, вот эти, вот это... Это у меня из души шло. Я села, я не знала, что я буду резать. То есть вот эти цветочки, это карвинг по свечам. Это у меня шло именно, я хотела показать, что можно не просто ножом, можно инструментами для карвинга все это делать. Ну, правда, оговорюсь, я потренировалась на мыле. Да? Да. Вот действительно, для начинающих, если, дорогие друзья, интересно, а здесь действительно очень интересно, вот это состояние, знаете, творчества, которое рождается здесь и сейчас. Вот Лариса говорит, что в течение 15 минут
можно создать вот такое вот произведение. Ларис, ну а первая работа, как долго она создавалась? Вы говорите, быстро, но тем не менее, вот для тех действительно, кто хочет начать, вот на что надо обращать внимание, чтобы получилось? Обращать надо внимание на световую гамму, потому что первая работа у меня получилась полосатая, как зебра, и не совсем успела вырезать. А так, главное, цветовая гамма, немного цветов, чтобы было красиво и не наляпано. И второе, потренироваться хотя бы на мыле, резать, мягкое мыло взять, и как будет себя вести нож для резьбы. Вот каждый вид вашего творчества связан действительно с игрой цвета, цветов, цвета, колористика такая идет. И вот сейчас, дорогие друзья, я хочу показать вам, ну это витражная работа, но она воздушная, просто воздушная. Вот вы посмотрите, какая красота невероятная, созданная собственными руками. Лариса, вот если брать вид творчества, что это? Это витражная роспись. А какие краски здесь задействованы? Ведь это же необычное, да? Витражные. Витражные краски, они идут на просвет, то есть они прозрачные. Во всех вот этих вот работах у меня витражная краска. Очень красивые работы. Они, знаете, мало того, что они теплые вот по ощущению своему, они еще очень, знаете, как бы продуманы до конца. Здесь на первый взгляд оно до такой степени все гармонично. Оно один элемент дополняет другой, а уже когда рассматриваешь детальнее, посмотрите, какие красивые элементы, украшения, как правильно прорисован рисунок здесь по центру. И сказать, что это аматорская работа, сказать, что это работа человека, который только-только приблизился к этому творчеству, очень сложно. Вы большая умница, Лариса. Я, знаете, хочу спросить вас, как вы настраиваете себя для того, чтобы все получилось. Ведь трудности, я больше чем уверена, что многие из нас, садясь за, например, вырезывание свечей, отошли бы буквально через полчаса от этого, потому что сложно, не получается, не могу и не хочу. Я очень упорный человек. Не получается, я все равно любое дело довожу до конца. Но когда мне что-то нравится, я настроилась. Да, я долго подготавливаюсь к этому. Я на бумаге эскиз делаю. То есть все эти узоры, это у меня по эскизу. Да. Я очень оттачиваю этот эскиз по размеру, чтобы все подошло, да, все сделано. Хотя иногда я настолько увлекаюсь, настолько у меня вот это увлечение идет, что вот это я сделала эту вазочку без эскиза. Просто мне захотелось вот это вот сделать. Вот ту вазочку тоже без эскиза. То есть которая... оно, в принципе, уже рождается здесь и сейчас. В душе, да? Оно, в душе. То есть я как бы думаю, я перед собой вижу уже готовую работу. Да, то есть даже здесь, в принципе, и учителя как такового не надо, да? Вот раньше, лет 10 назад, когда еще не было интернет, да, системы этой, когда мы был ограничен в какой-то степени доступ к литературе, мы все ждали, что вот откроется какая-то школа, мы туда пойдем, научимся, и, собственно говоря, будет то, о чем мы мечтаем. Сейчас тоже есть школы, но тем не менее, если человек готов, в принципе, учитель, может быть, и не понадобится, да? Да, да. В интернете очень много есть фотографий, статей. Да. То есть я много читала, много смотрела мастер-классов. Ну, конечно, мастер-класс на 2 минуты, да, то есть мастера не сильно охотно хотят свои секреты. Это же, конечно, это основы мастерства и почерка каждого человека, каждого мастера. Но было бы желание. Ларис, о чем сегодня думаете? Что бы вы еще хотели открыть в своей жизни? Какой вид творчества? Вообще, мне очень хочется написать икону. Я постилась, у батюшки попросила разрешения,
потому что мне сказали, это надо только с разрешения пробовать. И чтобы набить руку, да, вот занялась росписью, витражной росписью, чтобы линии ровные, потому что икона – это очень тонкая работа и вдохновение души. То есть я как бы уже начала, я в интернете посмотрела мастер-классы написания икон, начала писать икону, до личное написала. Личное немножко страшновато, я еще с духом не собралась. Но значит, придет время. Вы знаете, у вас все до такой степени поэтапно происходит, и то, что вы подошли уже к созданию очень серьезного направления, это о многом говорит. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья прежде всего, и я хочу пожелать вам многих творческих открытий. Пусть обязательно все получится, чтобы икона, вот ту, о чем вы думаете, что внутренне вызрело, обязательно будет в вашей жизни, она создастся, она произойдет, знаете, вот как бы стечение обстоятельств, и все у вас получится. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы поделились своим опытом, что вы украсили нашу жизнь вот в данной ситуации своим творчеством. Спасибо и до новой встречи. И вам спасибо. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна усім, хто був з нами. Я бажаю вам не зупинятися ні в коєму разі у своєму житті, якщо є труднощі. Долайте їх і долайте за допомогою творчих ось таких відкриттів. Дякую, до зустрічі в ефірі.